ни в коем случае не расслабляться. Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете ситуацию, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда. И подавляющее большинство людей. Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились. Насилие, ах, насилие. Поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда в августе месяце на улице, видели, как они действовали. Сегодня они уже, и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме блицкрига мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас – экономика.